Гальфуд 2021 – одна из крупнейших в мире выставок пищевой промышленности, ежегодно собирающая на одной площадке порядка 5000 компаний, более 100 тысяч посетителей из 200 стран мира. И в этом году впервые экспозицию «Made in Uzbekistan» представила крупная делегация производителей из нашей страны. Экспособытие органично дополнила и богатая деловая программа. Об итогах участия из Дубая передает Изат Эшбоев. Место встречи изменить нельзя, а место нашей встречи – Дубай. Это отличный плацдарм для выхода узбекских экспортеров на рынки стран Ближнего Востока. В этом вопросе помогает и выставка «Гальфуд». Еще одна уникальная возможность встретиться экспортерам и потенциальным покупателям. После паузы в целый год, вызванной пандемией, выставка «Гальфуд-2021» – первое крупное международное мероприятие. В течение 5 дней узбекская делегация представила разнообразную продукцию, в том числе различные орехи, натуральные овощные и фруктовые продукты, мед, мясо, молочные и кондитерские изделия, сухофрукты. Экспоненты участвовали в выставке при поддержке агентства продвижения экспорта при Министерстве инвестиций и внешней торговли нашей республики. С учетом того, что более 95% продуктов питания импортируется в страны Персидского залива и Ближнего Востока. Это хорошая возможность для наших экспортеров и производителей заключить соответствующие контракты с дистрибьюторами и партнерами. Эта выставка дала много хороших впечатлений. Мы планируем заключить контракты со странами Ближнего Востока и Африки. Многие приятно удивлены высокому качеству нашей продукции. Эта выставка помогла нам найти новых клиентов и предложить им сотрудничество на выгодных условиях. Также, благодаря агентству по подражению экспорта, мы можем компенсировать часть логистических расходов, что является большой помощью со стороны государства Республики Узбекистан. У нас открылись пути для экспорта нашей продукции. Мы молодая компания, и это очень важно для нас сделать поставки в другие страны, сделать узнаваемым, во-первых, Узбекистан и нашу молочную продукцию, которая отличается качеством, хорошим качеством и натуральным вкусом. Наши компании получили много запросов. Проведены переговоры с дистрибьюторами и потенциальными партнерами. Открыты дополнительные возможности реализации продукции не только в Эмираты, но и в другие страны региона. Не только натуральные и качественные продукты, но и красивый, яркий национальный стенд «Made in Uzbekistan» привлек внимание посетителей и участников. Высоко оценен потенциал продукции наших производителей. Узбекскую продукцию я знаю как производитель. Я просто была удивлена и зачарована, что здесь так много оказывается продукции. Я даже не ожидала, что здесь столько много продукции. Я подошла к овощам и к фруктам, потому что мы дома всегда покупаем узбекскую продукцию. Она намного вкуснее, чем просто красивые какие-то фрукты, которые на самом-то деле очень невкусные. Также я была удивлена, что в Узбекистане производят такую вкусную колбаску. Я ее попробовала. Очень мне сильно понравилась молочная продукция. Попробовали мороженое. Очень красивая упаковка, натуральное мороженое. Ну, также много сухофруктов. Сухофруктов, конечно, мы знакомы, едим узбекские сухофрукты. Узбекистан даже, может быть, в некоторых случаях выигрышнее смотрится, чем какие-то другие страны. Очень красиво в национальном стиле оформлен стенд, привлекает внимание. И, ну, я довольна выставкой. We have a big chance to see Uzbekistan national stand. Для меня большая возможность смотреть национальный стенд Узбекистана. Насколько разнообразна продукция. Очень красиво и качественно. Я сам из Египта, но здесь представляю латвийскую компанию. В Латвии высоко ценят сельхоз и сухофрукты из Узбекистана. Наша дистрибьюторская компания запланировала заключить контракты и сотрудничать с узбекскими производителями по поставке сельхозпродукции и сухофруктов не только в Латвию, но и в страны Ближнего Востока. Это даст хорошую возможность для узнаваемости узбекских продуктов во всем мире. Говорят, выставки и участие в них – это не только инвестиции с возвратом, но и новые рынки, новые партнеры. С этой точки зрения, «Гальфуд-2021» для узбекских производителей прошла успешно. По ее итогам, наши компании заключили контракты на сумму более 10 миллионов долларов США с партнерами из ОАЭ, Индии, Ирака и других стран. А сама выставка уже стала важной частью бизнес-планов глобальной пищевой промышленности. А значит, до скорых встреч, говорят участники. Дубай, гуд. Goodbye.
Иззат Эшбоев, Шерзат Ульмасов, Узбекистан 24, Дубай.